Они ждали. Они тренировались днями и ночами. Они отказывали себе во многом. И все это ради студенческого мини-турнира по футболу среди представителей различных стран. Борсгау не смог пропустить это событие и тоже решил погонять мяч по полю. Турнир проходит уже в четвертый раз, но организаторы придумывают каждый год что-то новое. В прошлом году у нас было около 80 человек. У нас было только футбол, шахматы и женский футбол, конечно. А в этом году у нас более 10 разных игр. И я думаю, в следующий год еще будет больше. Я думаю, что скоро будет кто что выиграл, допустим, в Самаре, играть против другой город, а потом общий в России. Ребята не только гоняли мяч по полю, но и перетягивали канат, бегали в мешках. А если подвижный вид спорта – это не для вас, то можно поиграть в шахматы, дартс и даже в виртуальной реальности. Я участвую в этом мероприятии уже третий раз. И думаю, это здорово, что у нас есть возможность собраться вместе, отлично провести время и завести новых друзей. Несомненно, я люблю спорт. В Непале, когда я училась в школе, я играла в футбол и баскетбол. Поэтому здорово, что здесь, в Самаре, проходит такой интернациональный турнир. Ведь мы можем увидеть, как играют представители различных стран. В этом году приняли участие 10 команд. Победителем стала команда из Таджикистана. Ребята, расскажите о ваших впечатлениях и эмоциях. У нас очень хорошие впечатления насчет соревнования. Мы заняли первое место, очень рады, довольны, и у нас очень хорошее настроение. Как вам попасть в команду? Нам нужно пройти очень длительный отбор. Это он стоит из трех этапов. Нужно очень сильно тренироваться долго, и только тогда ты сможешь попасть в сборную Таджикистана. Ого, как сложно. Возьмете меня в команду? Нет. Конечно. Нет. Да ладно, возьмем. Спорт – это сила, способная объединить разных людей с различными интересами. Это не поле боя, где каждый сам за себя. Это дружеские соревнования, где каждый победитель.